К берегам Маневского залива подошел огромный косяк горбуши. Видео очевидцев разлетелось по всем соцсетям. Жители Корсаковского района ловили рыбу руками. Другие съехались на место с различными снастями. Автор запечатлел участок водоема, который буквально бурлил от обилия горбуши. Хоть руками лови. Прямо руками можно ловить. О, видишь, руками прямо. О, рукой поймал. О, вот что делается. О. Я еще не видел столько на Сахалине, сколько живу, я столько рыбы не видел. Впрочем, местных жителей явление не удивило. Такая картина наблюдается ежегодно, когда рыба заходит в реку. При этом сахалинцы просят рыбаков вести себя сдержанно и не мешать ходу горбуши.